В целом, на территории Амурской области раскопки памятника Черненко Косилища 5 и все истории археологических исследований стали самыми крупными, самыми большими. То есть до этого ни один памятник на такой площади не копался. 1680 квадратных метров – это большой объект для Амурской области. Надо отдать должное ребятам, которые принимали участие в раскопках, педагогический университет, студенты, школьники, которые волонтеры, которые принимали участие. Мы смогли проследить всю динамику жизни человека в данном поселке. Куда он ходил, где он останавливался, что он делал, где он обрабатывал какие-то там, продукты питания, там, да, кость, например, мясо, где он что-то выбрасывал. То есть все это дает полное представление о человеке на определенном этапе жизни. Мы видим абсолютно новый тип венчиков, тип подготовки керамической посуды. Мы видим круглодонные сосуды. Вот на сегодняшний день можно сказать, что у нас в раскопе на всей площади 1680 квадратных метров, в шести жилищах и межжилищном пространстве нет ни одного сосуда с прямым донышком. То есть все донышки круглодонные. Это как раз говорит о мобильности населения, о кочевом образе жизни такого населения. Предметы искусства, которые у нас были обнаружены, они крайне редки. На памятниках, по крайней мере, пока на сегодняшний день их найдено немного. Там это там сущие единицы. У нас две фигурки мелкой скульптурной пластики. Это фигурка медведя, как мы считаем, фигурка свиньи или кабана. Это подвеска из когтя птицы, это бусины.